Высокий забор, на дверях замки. Детский лагерь «Елочка» как неприступная крепость. Но только не для тех, кто задумал побег. Пятеро подростков смогли преодолеть все препятствия и ночью убежали из лагеря. Почему, никто не объясняет. Ничего я говорить не буду, пожалуйста, не надо никаких съемок. Сейчас я позвоню начальнику. Такие вещи мы можем говорить только с разрешения директора. Воспитатели недоумевают, бегут от хорошей жизни. Викторины, дискотеки, в «Елочке» никто не сидел без дела. И две смены этих ребят все устраивало. Одна из беглянок даже пела песни на концертах. И вдруг решила сбежать. Педагоги уверены, их воспитанники ушли вслед за старшими. А эти вот она, шкаф, 17 лет. У нее ребенок свой, брошенный. Вот она, вот ребенок. Вот, Сапелкин Дашка, 18 лет, 19. Она вправе выбирать место жительства себе сама. Трое суток пропавших детей искали полиция и волонтеры. Прочесывали область, фотографии разместили в социальных сетях, опрашивали друзей и возможных знакомых. Как оказалось, трудные подростки просто соскучились по маме. Трое детей, это три девочки. Значит, в Волховском районе находились родственники одной из них, и родители, лишенные родительских прав. Вот. Они, значит, направились туда, и там они были задержаны. Других детей также нашли у горя родителей. Все беглецы сейчас находятся в центре для несовершеннолетних правонарушителей. С ними работают психологи. Причину побега специалисты объясняют плохой адаптацией. Попали в учреждение государственной поддержки уже, будем говорить, в 12-13-летнем возрасте. Да, это воспитывались все в семьях. И поэтому привыкать им к учреждениям господдержки, к тем же самым домам, интернатам очень сложно. Не находится им понимание между воспитанниками. Вот. Ну и в лагере, говорят, уже устали. Подростки, убежавшие из «Елочки», общаться с журналистами не захотели. А вот Кристина, она одна ушла из лагеря «Чайка», он неподалеку, призналась. Из интерната убегает не в первый раз. И добираться на попутках домой в Елец ей совсем не страшно. Потому что домой хотела. Мне не нравится там. Дети там какие-то агрессивные, ну не подходящие мне место. Еще будешь убегать? Конечно. Уже в пятницу всех сбежавших подростков вернут в лагеря. А пока полиция и волонтеры ищут последнего из пропавших ребят. У него не осталось родителей, а значит, поиски могут затянуться. Наталья Тюрина, Тимофей Астахов, ТВК «Новости».